у нас либеральных демагогов и просто идиотов очень много. И страна начинала операцию в Сирию не для того, чтобы, не выполнив задачу, ее сворачивать. Я помню период, когда много было разговоров, потом на Верховном Совете признали операцию в Афганистане преступной. Я всю жизнь борюсь, чтобы это было не так, потому что в 79 году, когда советские войска были введены в Афганистан, они на 10 лет минимум оттянули развал Советского Союза и приход на территорию нашей страны террористов и наркотрафик. Понимаете? А если бы не преступное правительство Ельцина, я не хочу по-другому называться, это может быть непонятно, я отвечу. Алло?